А вот если бы вы были в Нью-Йорке, то мы бы вам посоветовали сходить в музей мороженого. Он новый музей, там несколько залов, каждый из которых посвящен определенному сорту мороженого, шоколадному, фисташковому, ну и так далее, Посетителям предлагают вдохнуть на скамье пломбире, покататься на гигантской десертной ложке, вдохнуть запах разных ингредиентов, и что лучше всего, в первой неделе работы вход в музей будет абсолютно бесплатным. Более того, каждый день первым 10 посетителям достанется порция мороженого. Организаторы уверены, что все это позволит сделать музей одним из самых популярных в Нью-Йорке. Мороженое – это та вещь, которая объединяет всех людей. Все мы выросли лаками с мороженым. Конечно, с возрастом вкусы меняются, но все равно каждый из нас, согласно статистике, съедает за всю жизнь 6000 порций мороженого.